Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение номер 9 на странице 89 учебника математики для 2 класса Артура Дорофеева. Запиши название и обозначение фигур на чертеже. Какие из этих фигур можно продолжить на чертеже? Найди пару фигур, которые при продолжении будут пересекаться. Итак, первое у нас АБ. Отрезок ВГ, прямая ДЕ, луч ИК, луч. Какие из этих фигур можно продолжить на чертеже? Можно продолжить ВГ, ДЕ и К. Найди пару фигур, которые при продолжении будут пересекаться. ВГ и ДЕ. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.